Hi, my name is Chris Milnes, and I am the UEFA International Relations Project Specialist, responsible for AFC member associations and all the projects that we are funding together with AFC. We're here together in Kazakhstan for this edition of the Senior Team Executive Program. This is the first time we've done this together with the Kazakhstan Football Federation. It was their initiative to bring together regional associations. We've got Kyrgyzstan, we've got Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. We brought together the head of competitions, the head of marketing, and the head of finance from each of these federations. And we've just spent the last 4 days together with them, sharing best practice, helping them to improve their own practices within their federations. And we focused on key topics such as governance, strategic planning, competition management, income generation, marketing, technical development. And today we've been focusing more on actually building their own capacity, how they present, how they create presentations, and how they can network both internally and externally. Мне тяжело, да, попасть на этот семинар, потому что, ну, мы представляем Азиатскую футбольную конфедерацию, и когда мы услышали, что мы будем участвовать в семинаре, ну, другой конфедерации, да, то есть Европы, для нас это было, ну, новым, скажем так, вызовом. Почему? Потому что у нас есть, ну, вот по истечению этих семинаров, да, я вижу, что у нас есть какие-то отличия, да, в любом случае есть отличия, и действительно, вот, и во-вторых, хотелось бы поблагодарить также команду УЕФА, да, экспертов, лекторов наших, которые сделали так, что эта неделя прошла на высшем уровне, да, высший пилотаж, хочу, ну, низкий поклон им, вот, действительно профессионал своего дела, вот, и, ну, и плюс я еще так считаю, что данное мероприятие, здесь не только мы, да, здесь другие члены ассоциации, да, других федераций, то есть Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также получается здесь представители клубов, да, футбольных клубов Казахстана, а также региональные представители, да, Казахстана. Вот, поэтому это как платформа, да, для новых знакомств, новых идей и дальнейших каких-то отношений. Да. Для меня это что-то новое, потому что я никогда еще не было такого рода семинаров именно с нашими западными коллегами, с организацией европейских футбола. В целом мне, конечно же, очень понравилось, для меня продуктивно. Я считаю, что мне повезло, что я работаю именно в сфере футбола. А вам, Федерация футбола Казахстана, огромное спасибо за то, что пригласили нас. Я бы хотела бы отметить очень продуктивность этого семинара. Она была очень всесторонняя. Вот. И, как говорится, век живи, век учись. Нам, думаю, в дальнейшем в работе, в нашей практике она очень поможет. Ну, во-первых, я хотел поблагодарить Федерацию футбола Казахстана за приглашение на такой семинар. Я в Узбекистане работаю с УЕФА уже, по-моему, третий год, и я понимаю, насколько ценный этот проект, насколько бесценных знаний они дают. Но преимущество этого семинара для нас было, когда меня позвали, я был очень взволнован и счастлив, потому что с Казахстаном и у нас, как бы сказать, давно не было каких-то совместных проектов. И этот проект нам дал возможность познакомиться с нашими коллегами из Казахской футбольной федерации, а также с клубами, с представителями лиги, и я надеюсь, мы даже вот, у нас был хороший нетворкинг, обменялись контактами, и надеюсь, в будущем мы будем сотрудничать. Очень рада, что Федерация футбола провела такой семинар, такую программу. Действительно, для, наверное, это одно из первых достижений нового руководства Федерации.
потому что до этого я никогда не слышала лично о том, что проводились подобные мероприятия в Казахстане, что УЕФА проводила специальную образовательную программу для менеджеров среднего и топ-звена именно футбольных организаций, клубов, ассоциаций. Для нас, как для менеджеров, это огромное вливание в наше развитие, что даст в дальнейшем очень большой импульс для развития в целом спортивного менеджмента в Казахстане. Осы 4 күннің ішінде Астана қаласында семинар өтті. Біріншіден осы Қазақстан футбол федерациясының ұжымына және басшылығына өзім алғысымды білдіргім келеді. Себебі осы 4 күнде өте керемет семинар болды. Бұл семинарда Еуропадан келген мамандар көптеген тақырыптармен, сабақтармен үйретіп, біз өте көптеген білім алдық. Бұдан әрі қарай осы білімімізді юнитуге жалғастырамыз деп ойлаймын. Эти же курсы же больше для менеджеров, там здесь нет значения, там вы судейством занимаетесь, там или молодыми футболистами. Здесь больше курсы для менеджеров, как правильно выстроить систему, как правильно выстроить работу. И поэтому для нас это было очень важно. Не только как человеку, кто работает с судьями, а вообще как человеку, кто вообще работает в компании. Очень получился продуктивный семинар. Спасибо большое, хочу высказать и представителям УЕФА, и Федерации футбола Казахстана за предоставленную такую возможность нам, директорам клубов, молодым, получить такие знания. Ну, очень много нового для себя подчеркнул, как особенно управлять финансами, маркетингом. Ну, сейчас будем принять это в своих клубах. В течение этих 4 дней мы интенсивно поработали совместно с нашими коллегами из других ближайших ассоциаций, также с моими коллегами из других футбольных клубов. Особенности хотелось бы поблагодарить руководство нашей Казахстанской футбольной федерации, а также лекторов и спикеров из UEFA Assist, которые приехали, поделились своим знанием, опытом. За период этих 4 дней, что проходил семинар, ну, максимально мы поработали с ними, с нашими коллегами, получили большой опыт, большие знания, ну, в определенности еще дополнительно подружились, познакомились, и думаю, в дальнейшем только будем дальше общаться, будем помогать друг другу и узнавать что-то новенькое.